Просили показать обработку под кроем медленнее. Для начала мы пришиваем друг к другу подкрой и основу в линиях, где у нас идут проемы и горловины. Плечики не пришиваем друг к другу и рассекаем по всем линиям. Далее выворачиваем и делаем ВТО по всем, опять-таки, линиям, где мы с вами сделали строчки. Делаем это, соблюдая перекант абсолютно везде. Теперь мы соединяем плечи. Складываем друг к другу плечо спинки и переда и выворачиваем через спинку. Далее соединяем и сшиваем на машинке припуск. Выворачиваем, делаем ВТО и готово. Далее нам остается сшить шов по спинке. Соединяем стык и прошиваем полностью по спинке. И вот у нас готов подкрой по основе. Все переканты соблюдены и выглядит очень аккуратно.